class. Sure, why not? Been a pretty quiet day so far. Как мы обещали. Итак, тут сейчас потом в нарезке кто-то вставит музыку из «Что, где, когда». Итак, ребята, это playground.ru. Мы сегодня стримим Hardline. Мы, как и обещали, за 1000 лайков мы собираем как можно больше, как у нас получилось, собрать голосов озвучки Battlefield Friends, мультсериала, который мы дублируем для сайта playground.ru. И сегодня в эфире я, Андрей Корзаченко, он же Снайпер, Александр Чернов, он же Нуб. И прям как... Он озвучивает как... Нуба, да. Ты сейчас как Якупович прямо. Ну ты, блин, как проститутка, за 1000 лайков всех готов собрать. Собрал аж всех четырех людей, аж четырех людей собрал. Ладно. Михаил Литвин, вот который... Я думал, ты про меня сейчас забудешь. Про тебя забудешь. Который инженер Литвин. Да, я у мамы инженер. Не, на самом деле у меня родители инженеры. Вот ирония, да? Да. Родители инженеры, и ты инженер. Инженер в квадрате. И Алекса Мельник, который озвучивает полковника с сошками на ножах. Здравствуйте. Да, я прихватил с собой сральное ведро, поэтому этот стрим будет непрерывный. Это точно он, чуваки! Точно, вот теперь голос точно как у него. Ёлки-палки. А ты знаешь, да, слушаешь людей, которые... Постоянно я так не смогу, потому что связки, они ведь не железные. Знаете, слушаешь, как людей, которые озвучивают, и думаешь, что он мне тут втирает, это не он. Это зачастую, знаете, типа, о, чувак, хочу с тобой пообщаться, ты же Литл, да, из Филизы, о, скажи что-то, привет. Это не ты, это не чувак из мультика, ты меня обманываешь, зачем ты меня обманываешь? Мама. А почему он не может просто в конференции поучаствовать? Он есть, он на даче, чувак! Он пошел просто... Хорошо, что всех представлял бармен. Да. Мы похожи на идиотов, которые говорят сами с собой. Да, мы только поняли, что Александра не слышно. Мне кажется, или Саня молчит. Не, ну я уже... Саня, ты где? Я тут! Я поменял свой РПГ на какую-то чиничную штуку. На сахар, да? На сахар. Я на паяльник. Я поменял РПГ на паяльник. То есть я заработал денег, мне дали РПГ, я заработал денег, и благодаря тому, что я заработал денег, я поменял РПГ на паяльник. В чем логика? Ты попаянный просто. Самовоскрешение, то есть ты можешь сам себя воскресить один раз. Я так каждый день делаю. Я после выходных всегда самовоскрешаюсь. У меня каждый день такие выходные. Это лето, детка. Лето. Осень, зима и весна. И ёлы-палы, сколько можно? Ой, менты приехали прямо на машине. Бежим. Бежим, валим, пацаны. Шухер, палево. А, вот от этой машины надо убегать, потому что... Скидывай вес с кармана, скидывай вес. Они там еще есть? Я Бэтмен. О. И такой печенька. А теперь Бэтмена и Пайдермена. Че? Ну не все знают. Я Бэтмен. Да. Я Пайдермен. Хожу в гости, я. Мы друзья. Ну мы немножко в ресинхрон такой же спили, да? А вот для меня нормально. Миша, тебя пишут и изобрази лорда Туретта. О! Какая веселая игра! Полная камню хлоп! Блин! Черт, меня задавили! Давайте, говорит, голосом собаки из Гриффинов. Это довольно сложно. Но если постараться, думаю, получится. Но это как бы она, он. На самом деле, Брайан у меня, я не считаю, что у меня вообще, в принципе, получается, как он должен быть. Но что-то стараюсь, получается. Это самый сложный персонаж для меня на текущий момент. Йо, Волт, да?
Или как? Болт? Или... Болт. Йор? Йо, болт! О май болт! Это будет новая фраза крылатая. О май болт. А чё так тихо стало? Вы знаете, я... Где тихо стало? Стрёмно как-то. А ты перед этим отверткой не ковырялся в ухе? Сейчас призраки! Красный человечек меня снова... Вы знаете, я такой воспитанный, что, увидев перед ступеньками конус, запрещающий вот этот вот, предупреждающий, я не пошел туда, а можно было. И я оббежал, вот это да. Опять падает! Опять три сучка! По три сучки! По три сучки! Каждому! Охраняем нашу машинку! Три сучки! Как сервер называется? Блин, я не тут... Блин, ну что ж такое? Что ж такое? Не, ну просто, что я, когда мы как-то делали, помнишь, это, ну, по три штучки говорили, я не задумывался, что это имеется в виду, что три штуки. Ну да. Забегай, забегай, забегай. А, ой, давай, короче, на соседний лифт садись, поднимайся. А, я потерялся. Нету никакого лифта. Давай прыгать. Сейчас откроется. Сейчас откроется. Жопа. Я сейчас к тебе спущусь. Стой, Алекса, смотри, лифт открывается, сейчас откроется. Сейчас. Никакой не открывается, все закрыты. Сейчас откроется. О, садись. Сзади, вон, смотри, где я. Все бабло сыпется из меня. Да сзади, говорю, смотри, где какое я. Какое сзади? Нет никакого сзади. Да обернись ты ко мне, ну. Да я ничего. Тут. А, да вот он я, да, давай я... за мной. А, хорошо. Один, второй, поехали. Ах ты! Мы с тобой, между прочим, сейчас 1 миллион тащим. Давайте как сюда. В игре графика пишет? Просто сам оценить не могу, монитора пока нет. Это шутка стрима. Да. Я не тут понимаю, же, кто эти лучше? Люди, которые ниже меня в этом рейтинге. То есть, как? Еще хуже. Это, они без рук играют? Или без мозгов? Без монитора. Они без монитора, да. Ну тогда это виртуозы. Я у них спер деньгу, целых 500 штук, и сейчас еду на базу, чтобы их отдать на донаш досуг. Кому ты едешь? Не так... Пару сук... Что? Чё я хоть пел? Ты меня сбил. Все, ребят, спасибо большое, что были на стриме. Всем пока. До следующей субботы. До свидания. Надевать маску. Чего? Это было в начале стрима. Да. Начинаем стрим. Наденьте маску. Сделайте 3 вдоха, да? Ну ты прошаренный. N2. We'll be right back.